Всем доброго дня. Это анонс очередного урока By Hat Fun, кулака белого журавля. Это уже пятый урок, если я не ошибаюсь. И в этом уроке мы освоим несколько атакующих действий и целый ряд защитных техник. Защитные техники у нас будут построены на базе двух основных элементов, которые мы уже разведем на несколько вариантов. А что касается атак, то мы поработаем в этом уроке над атаками основанием ладони и ребром ладони. В этом уроке вы научитесь работать и последовательно, и одновременно двумя руками, а также научитесь компилировать такие действия, когда вы защищаетесь двумя руками, атакуете одной, защищаетесь двумя, атакуете двумя, защищаетесь двумя, атакуете одной, ну и так далее. Урок рассчитан на целый ряд ваших тренировок, и поверьте мне, вам придется потратить целый ряд ваших тренировок, не один час, для того, чтобы освоить эти действия. Хотя урок сам по себе не сложный, но освоение этих элементов все-таки потребует от вас и добросовестности, и времени. Я вам желаю хороших тренировок. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео. Цена урока тоже там внизу. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик. И счастливо! Хороших вам тренировок!